дорога заканчивается вот такой парковочкой. Здесь находится касса. Купили входные билеты. Ну и вот он, вход к водопаду. Так, за цены. Парковка стоила $4. И входной билет стоил $1 с человека. Мы ее должны пересечь 4 раза. Вот это первый брод. Тут пройти, не замочив ноги, будет невозможно. Вот мы переходим речку. Вот тебе и второй раз. Что-то быстро оно все. Вода очень чистая, и здесь плавают рыбки даже. Это третий уже, что-то быстро. А потом, наверное, пойдет сухой вариант. Это вверх по течению. А это низ по течению. А что ты отстал опять? Здесь нам сзади снимал. Ага. Так, дорога идет в гору. И надо дышать хорошо. Полной грудной клеткой. Иначе сбивается. Да, еще ж не забывайте, температура плюс влажность. Это настоящие тропики. И джунгли, это джунгли, ребята. Так, промежуточная остановка. Не устала? Чего мы устали? Походу, мы первые, Анна. Воздух тяжелый. Но тропинка пока не изменяется. Я сейчас камеру поверну направо и буду показывать, что мы видим со стороны. Вот так вот. Так, фу. Не успела дышаться. Так, с правой стороны у нас вдоль тропинки обрыв, поросший деревьями. Вот так выглядит. А теперь? Ну, пошли проверим сперва здесь. Так, у нас небольшая запинка. Дорога, не дорога, тропинка раздваивается. Одна ведет направо, а другая налево. Она сводится в одну. А, то, что шла снизу, она опять соединяется. Это просто площадка на красивый вид.
Ребята, продолжаем наше путешествие к водопаду Лимон. Сейчас мы сделали остановку на вершине холма. Я запустил дрон. Надеюсь, получилось красивое видео. Да, мы уже увидели водопад, не доходя до него с воздуха. Вот он и домик. Это все тут, водопад уже близко. Этот домик я тоже с дрона видел. С него будет видно водопад. И все, потом последний спуск. И уже водопад, собственно, да? Не доходя водопада, есть возвышенность с таким вот красивым деревом, с кафе и, собственно, с видом на водопад. Удились немножко, искали, где тропинка шла и закончилась перед кафе. Мы стали искать обход, а оказывается, дорожка лежит сквозь кафе. Так, что здесь можно? Чипсы, напитки. Ну, все написано, что можно. Итак, дорога продолжается сквозь кафе, а не в обход. В гору поднялись, осталось спуститься. И мы возле водопада. Осторожно, чтобы не поехать, да? Вот у меня особенно вечно, я не знаю, куда ты наряжаешься, куда и зачем. Так, мы по идее должны еще раз перейти речку Лимон вброд. Итак, ребята, приближаемся к цели нашего сегодняшнего путешествия. Ступеньки, ступеньки, ступеньки. Эту часть водопада я не видел с дрона сверху. Из горы ее тоже мы не видели. Анна! Снимай штаны! Или мочи! Так, продолжается движение.
Вот они, последние метры до водопада Лимон. Да, снизу он выглядит массивнее.